Сегодня понедельник, 16 февраля. Сегодня вот штормит море, но море теплое. Я плавал, в принципе. С понтона плавать нельзя. Носит красный флаг. Ну, в море можно зайти. Здесь очень хороший заход. Это территория пляжа Radisson Blue. Мы отдыхаем в отеле, который называется Park Inn, вторая линия. То есть сюда можно спокойно прийти, отдыхать, пользоваться барами, которые находятся возле моря. Очень все здорово. Хорошие отели. Один хозяин у них. И это чувствуется, что везде все очень, очень и очень хорошо.